Третий вид вопроса – специальный вопрос. Это вопрос для любопытных, потому что этот вопрос начинается с вопросительного слова «кто», «где», «когда», «зачем» и так далее. Итак, специальный вопрос – это вопрос к одному из членов предложения, на который мы ждем конкретный ответ. А начнем мы разбор специальных вопросов с вопроса исключения «кто?». Назовем его исключительным, потому что он строится совсем не как вопрос. Он строится как утверждение в третьем лице единственного числа, то есть как утвердительное предложение о нем или о ней. Это значит, что в нашем простом настоящем времени, действие в котором происходит всегда, обычно, часто, редко, каждый день, мы к основному смысловому глаголу добавим окончание «с». А вместо того, кто выполняет действие, мы поставим вопросительное слово «who» – «кто». Например, «who works at that plant» – «кто работает на том заводе». «Who plays basketball every day» – «кто играет в баскетбол каждый день». «Who likes to walk in the evening» – «кто любит прогуливаться пешком вечером». «Who comes home late» – «кто приходит домой поздно». «Who lives in this new house» – «кто живет в этом новом доме». Даже если ответ собеседника будет во множественном числе, мы вопрос должны строить как бы по отношению к нему в третьем лице единственного числа, потому что кто-то – это он. А задавая вопрос «кто?», мы же не знаем ответ, будет ли он в единственном или во множественном числе. Мы же спрашиваем. Итак, специальный вопрос «кто?» строится не как вопрос, а как утверждение о нем. Запомните и спрашивайте. Специальные вопросы «что?», «где?», «когда?», «почему?» строятся по схеме. На первом месте вопросительное слово. На втором – вспомогательный глагол «do», «does» в настоящем времени. На третьем месте – подлежащее, кто выполняет действие. На четвертом – сказуемое, то есть основной смысловой глагол. На пятом – второстепенные члены предложения «где», «с кем» и так далее. Возьмем самые распространенные вопросительные слова, чтобы составить специальные вопросы. What – что, какой. Where – где, куда, when, когда, why, почему, зачем, how, как, how many, сколько для исчисляемых существительных, то есть то, что можно посчитать, люди, стулья, книги, приборы и так далее, how much, сколько для неисчисляемых существительных, то, что нельзя посчитать, снег, дождь, сахар, кофе, деньги и так далее. Итак, поупражняемся. Where do you work? Где вы работаете? На первом месте у нас where – вопросительное слово «где». Далее do – вспомогательный глагол. You – о ком речь и work – глагол действия. Продолжим. When do they go to bed? Когда они ложатся спать? What do I do in the morning? Что я делаю утром? How do you usually get to work? Как ты обычно добираешься до работы? Where does he meet you? Где он встречает тебя? What does your sister do in the evenings? Чем твоя сестра занимается по вечерам? How many English books do you have? Сколько английских книг у тебя есть? И четвертый вид вопроса – разделительный вопрос. Вопрос «не так ли?». Этот вопрос мы задаем в тех случаях, когда сомневаемся, правы ли мы в своем ходе мысли. То есть мы утверждаем или отрицаем что-то, а затем просто переспрашиваем своего собеседника «не так ли?». Если мы утверждаем что-то, мы просто строим обычное утвердительное предложение, после которого, чтобы переспросить «не так ли?», нам нужно будет поставить вспомогательный глагол «do», «does» в простом настоящем времени его отрицательную форму, соответственно «don't» или «doesn't». И
Заменить того, о ком речь, на местоимение. Рассмотрим примеры. You get up at 7 o'clock in the morning. Don't you? Ты просыпаешься в 7 часов утра. Не так ли? They play football once a week. Don't they? Они играют в футбол один раз в неделю. Не так ли? You go in for sports. Don't you? Ты занимаешься спортом. Не так ли? Your parents go shopping on weekends. Don't they? Твои родители ездят за покупками по выходным. Не так ли? He always invites all his friends to his birthday party. Doesn't he? Он всегда приглашает всех своих друзей на вечеринку в честь своего дня рождения. Не так ли? She lives in your neighborhood. Doesn't she? Она живет с тобой по соседству. Не так ли? Your sister likes to dance. Doesn't she? Твоя сестра любит танцевать. Не так ли? Your friend helps you with studies. Doesn't he? Твой друг помогает тебе с учебой. Не так ли? Итак, если мы что-то утверждаем, то «не так ли» будет на английском языке в отрицательной форме. И наоборот, если мы сначала будем что-то отрицать, то «не так ли» на английском языке будет уже без отрицательной частички «not», то есть просто вспомогательный глагол «do» или «does». Например, «You don't work at a factory. Do you?» Вы не работаете на фабрике, не так ли? They don't drink coffee in the morning. Do they? Они не пьют кофе по утрам, не так ли? Your friends don't go to the cinema so often. Do they? Твои друзья не ходят в кинотеатр так часто, не так ли? He doesn't skate. Does he? Он не катается на коньках, не так ли? She doesn't want to become a doctor. Does she? Она не хочет стать доктором, не так ли? Your brother doesn't collect stamps. Does he? Ваш брат не коллекционирует марки, не так ли? Учитесь задавать вопросы вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал.